Всем привет! Это осмотр всех кораблей 3.0, что дали на ПТУ. Ну, вкратце. Origin. 300-я линейка. Попробуем вызвать по очереди. Ладиус. Your ship has been delivered to the following landing pad. Гладиус 3.0 слегка модифицирован, у него более мощное вооружение. С 315 у меня не получилось выбраться. Пришлось катапультироваться. Катапультировался, причем как-то очень странно, что я остался в кабине внутри. Так, следующий на Сайбер. Сайбер я не могу, я пока его... К сожалению, даже почему-то не могу подать. Видимо, не совсем то место, откуда можно подать. Так, ну, допустим, будет комет. Может, нам надо лесаре быть. Так, не понял.
Есть. Так, коммент. Ну и что это? Коммент на другую платформу вытащили. Что-то мне боюсь, что сейчас стемнеет. Этого, конечно, не очень хотелось бы. Придется туда передвигаться на другую базу. Точной точки не видно. Вот на самом деле вышел из кабины. Так я передвинулся. Следующий у нас Vanguard Hoplite. Достаточно большой корабль. Есть место для турелей. Турелька сверху. И, насколько мне известно, 5-го размера, что ли, пушка сюда можно ставить. Так, что-то не просмотреть, к сожалению. Такой напоминает какой-то американский бомбардировщик мощный. Это тоже какие-то пушки вроде. Так. Ходить мимо уже сзади. Пометки под грузом у него не наблюдаются, так чтобы сразу. Shields up.
разгоняется очень плавно. Всплеск, когда шум был турбины. Так. Я здесь не умелый пользователь этого корабля. Вот кто умелый, тут, наверное, разбирается, как открывать. Лампочки какие-то горят, приборы какие-то вроде установлены. Но функциональности особенно нету. Так, катапульта у него нету. Так. И приземлился он крайне неловко. Ну ничего страшного. В него заходить уже будет не обязательно. Какие-то помехи. Так, следующий у нас Вангард Варден. Your ship has been delivered to the following landing pad. Это то, что фрилансер улетел, это, наверное, и... В общем, я его, конечно, закажу снова. Я даже не буду пытаться до туда добежать. В другой раз. Это нормальное действие, если вот кто-то занял посадочные, взлетно-посадочные полосы и оставил там корабль в 3.0, вот, к сожалению, могут так вот этот корабль оттуда убрать на аутпостах. Так, надо его, его заказать, надо. Да, к сожалению. Следующий у нас Хорнет.
Хорнет немножко модифицирован. Грубо говоря, каждый второй корабль будет... Немножко некорректно. Хотя не будет, наверное. Два шесть три у Хорнета, более мог вооружаться тремя орудиями третьего класса. Так. Вангард куда-то исчез. Можем наблюдать, не видно его в этой зоне. Так выглядел. Кстати, я переместился, не знаю, говорил, не говорил, на Диккенс станцию. И уже снова наступает закат. Очень быстро наели, все это как-то уходит. Нахожусь, да, на Луне под названием Ела. Так, ну второй это просто второй, как бы. Он ничем не отличается. Просто один дали мне за то, что я в ПТУ участвую, а второй как бы у меня типа куплен. Вот. Так, ищем. Кто-то здесь на Урсе катается. Вот кораблик наш. Что-то он крайне неловко стоит. Возможно, с него и не залезть будет. Так, у него вооружение помощнее уже. Ну, не то, что помощнее, а он этот. У него турелька есть дополнительная. All systems.
маленький кружочек. Так, газку и... Извиняюсь за столь немягкую посадку. Так. Кидаем корабль. В следующем корабле я полечу снова на дальнейшую станцию. Там я сейчас какой-нибудь корабль вырублю, куплю с кроватью. Не куплю, вызову с кроватью. Так, мы остановились. На Хорнет. Так что надо... Возьму из самого низа, так что... Урса Ровер не надо. Аквил не могу вызвать. Андромеда. Так сказать, по новым технологиям попробую выйти из игры, лечь спать, выйти из игры, а потом через какое-то время зайти и посмотреть, ну, будет, появлюсь ли я на том же самом месте и появлюсь ли я вообще, ну, как обещали, постоянство в этой вселенной. А что-то тут просадки. Так, мне надо взлететь. Так, мне надо fly ready. Так, это exit. Fly ready. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Shields max. Landing gear deployed. Landing gear raised. Так, я не... Надо взлететь. Турбулентность некая, стряску дает.
Так, есть, можно сбрасывать скорость. Нахожусь, буду находиться на темной стороне. Не очень хорошо. Ну что делать? До конца останавливаюсь. Жду, пока корабль остановится. Музыка такая стремноватая. Так, койки. Логаут. Интригующий момент, что же будет сейчас. Выйду в меню или куда? По звукам на меню похоже. Да, я в меню. Для вас момент, для меня время. Вот. Загружается игра. И, по идее, я ложился на койку на темной стороне. Елы. И сейчас, куда она проснется, где я проснусь, и был на Андромеде. Но это было пару дней назад, так просто. У меня мощь сейчас... А, нет, стою. Игра мигает, это... На самом деле поправляют они патчи, но почему-то не хотят ничего сделать с SLI-ем. Сейчас будет мигать кадр. Мигать. Это мигает. И так будет мигать планета. Все очень ярко. В общем, с SLI-ем не канает. Так что я выхожу. Так, Супер Хорнет. Посадочное шасси. Летный режим.
Ускорение. Торможение. Так, Hornet Tracker. Как видим, у него радиолокационный какой-то. Так сказать, антенна. Делается кон. Ну, радиоантенна. Так, на разворот выполнить. И снизу какие-то вот. Не пойми, что здесь выполнено. Так. Посадочный режим почти идентичен. Крылья складываются. Максимальная оборота с места. Hornet Ghost. Так вот, не особенно, чтобы заметна была разница. Он весь такой черный. Максимальное ускорение. Нокс. Мотоцикл. Так. Engines offline. Engines online.
Так, внешне выглядит достаточно маленьким, кажется. Кораблик. Посадочное шасси. Посадочное шасси закрылось. Здесь задняя часть как-то своеобразно выдвигается. Есть. Максимальный старт-стоп. Так. Если выйти из кабины, то масштаб этого впечатляет немножко. Ну, давай, покинешь. Здесь немножко просто смотрю забагованный. Я и туда, и сюда не могу. Я додумал, что я сейчас проберусь в космос. А, о, прошел. Так, корабль, конечно, ну, грузовой корабль. Тут нечего сказать. Особенно. Вот мигает что-то с подсветкой. Если наблюдаете, это все вот это салай, лампочки, вот, которые глючат. И вот каждый отсек приблизительно, вот я насквозь целиком пробегу. Вот и все. Фрилансер. Нужно побаловаться с радаром. Открылась дверца. Ну, такой багажный отдел. Аврора. Shields max. Ну,
ручка ходит за RSI. За джойстиком повторяет движение. Торможение. Предыдущая аврора была CL, это ES аврора. Модификация. Здесь уже более серебристый цвет. Открыто у нас. Так выдвигается шасси. В принципе, должно быть одинаково. Аврора ЛН. Во всех аврорах, по идее, кровать есть. Не слышал такого, чтобы не было. Ну и все они приблизительно одинаковые. Плюс-минус там где-то покомфортнее. Такие моменты. Robert Space Industries. Enjoy the ride. Лен коричневая. Максимальное ускорение. Торможение. Шасси выдвигается обычно. Ракета сверху. Пушки на крыльях. Наверное, самый вооруженный вариант. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy.
Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Ну, как видите, койка приблизительно одинаковая. Двери туда-сюда все. То же самое. Максимальное ускорение, максимальное торможение. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Та же самая кровать. Максимальное ускорение, поворот, после такого выжить не удалось. Что, Андромеда? Квилла. Так. Нормально так оставили на газах. Так. Engine off. Power off. Fly ready. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. Здесь можно выйти. Кнопочки. Ну и так далее, здесь можно выполнять, скажем, на двигателе максимальный ход. Поднастроить себе, вот. Кому что нравится. Здесь можно вот повер. Поверов, поверов. Максимальное ускорение. Выглядит приблизительно так. Максимальное торможение. Хотя.
Можно все мерцает, но это от того, что SLI так работает плохо. Лампочки мигают. Но здесь немножко вот поярче видно все. Так сказать, весь фюзеляж. Все освещение, оно как-то... Проверим, можно вылезти. Вылететь или нельзя. Нет, к сожалению. Your ship has been delivered to the following landing pad.
Никаких маневровых. Ничего особенного не наблюдается. Dragonfly Kitten. Розовенький Dragonfly. Ничего не осталось на планете, я не смог его осмотреть. Сесть с него я тоже не могу, к сожалению. И сервер только загрузился, все вызывают корабли, немножко лагает. Ну, местами. Вон здесь Аквила, Андромеда, там еще не маленькая шарашка. Так, ну что, залезть в него невозможно. К сожалению, ну вот так вот. Так. Желтый Dragonfly. Пушечки не указанного размера. А, сейчас первого размера. Здесь я могу сесть. И даже, наверное, полетать, да? Мой рейди. Your Drake interplanetary craft. Your systems are online. Shield system online. Landing gear down. Landing gear up. Hello. Landing gear down. Вот как-то так. Па-бам! О, полетел. Так. Управляем. На маленькой высоте. Ну, здесь можно позабавиться. Сейчас по лестнице подняться. В общем, как-то так. Так, последний Dragonfly. Drake Dragonfly так и появился вверх ногами. Точнее, на боку. Сейчас попробую врубить, посмотреть, что сможет ли он взлететь. Переворачивайся. Е-е-е. Что-то здесь, если наблюдаете, двойное отображение экрана. Так, как мне?
Так. Сейчас попробую куда-нибудь приземлиться. И снова. Ой, Аврора, пролетай побыстрей. Landing gear up. Так. Нет, к сожалению. Достаточно быстрый. Упс. Вот как-то так. Так. Вашему вниманию. Нет, не фрилансер. Name Drake Caterpillar. Пират. Пиратская версия. Немножко такой. О, кстати, открытый. Даже дверей нет. Что-то тут не так. Но заодно можно смотреть. Частично. Нет, это, наверное, открытый просто у него. Фюзеляж. Сейчас зайду. О, не зайти. Вот так вот выглядит Caterpillar.
Это, так сказать, запись поездки на ровере. Такой чистый момент. Шестиколесная. Дурочка такая. Застрял. Вообще, на самом деле, такой интересный момент, что я в темноте не мог увидеть, куда я вообще иду. А на видео отобразилось более ярко. Полные обороты. На полных оборотах заносит туда влево-вправо, очень сложно контролировать его. Чуть-чуть даешь поворота, и он как бы остается в этой, в этом диапазоне. Ну, как бы начинает поворачивать, ну, продолжать, тем не менее, хоть если даже не выкрутить его на ровно.